Вітаю всіх глядачів в студії. Сьогодні програма «Діалоги» буде спілкуватися з цікавими хлопцями, саме Епіфаніо та Ріго. І привіт! Привіт! Як справи? Розкажіть, будь ласка, з якою метою завітали на Закарпаття? Мы приехали радовать людей здесь, в Закарпатті, потому что людям нравится то, что мы делаем, и хотим показать по полной то, что мы умеем. Угу. Что вы умеете? Ну, что будем, мы умеем, Рик? Будем выступать, будем петь и будем зажигать на сцену. Вы впервые на Закарпатті? Я да. Я не второй раз. И где были первый? У любовницы. А серьезно? Не, мы выступали, город Виноградов, поэтому... Это же считается в этой области, да? Да, все, озеро, где ты был, да? А, все, окей, да? Второй раз, да. Второй раз. Да. И как вам публика? Офигенно. Честно, я даже не ожидал. Я думал, ну, люди тут не слушают латино, а тут в итоге получается, что в концерты они поют с нами еще и на испанском. То есть это шикарно, и я думаю, что еще чуть-чуть и перееду сюда. А как вам девушки на Закарпатье? Отлично. Да, очень красиво. Очень красиво. Ну, они везде, мне кажется, красивые. Не, не везде. Ну, не везде, на самом деле, да. На Закарпатье. Да, сюда переехать уже. На неделю. На неделю, да. Хорошо, давайте поговорим немного о том, сколько лет вы уже вместе работаете. Сколько лет? Сколько лет? Вместе работаем? Ну, вместе работаем, наверное, мыслями. Да. 5 лет, наверное. Да. А сформировали Греку Мачо в декабре прошлого года и выпустили наш первый удар, скажем так, концертный с января. А как появилась такая идея? В троллейбусе. В троллейбусе мы ездили на троллейбусе. Да. Серьезно? Да. Как раз мы разговаривали по после поводу... вечеринки. Да. И начали думать, ну, разговаривать, какие у меня таланты, как у него. Как раз у меня заканчивался телевизионный проект. И... Какой из? Ой, там... Кино снимался. А, кино, да? Да. А. Ну вот, и... Что там... А, я организовал мастер-класс огромный, и мы говорили с Ригой, типа, ты будешь там петь, а я буду там танцевать, показывать. И потом мы подумали, слушай, почему не будем и петь, и танцевать, и организуем вот это, и то, и другое. Мы же видим, что есть еще где-то латино, который пытается как-то из себя... что-то показать, и мы сказали, давай это с дедом, у нас все есть для этого, мы покорим эту страну вот так, вот так и вот так. И все, и начали. Помните свое первое выступление? Конечно. Конечно, никогда не забуду. И как оно прошло? В Кременчуге. Нас чуть не порвали, девчонки. Серьезно? Да. И где-где было? Кременчуге. В Кременчуге. Да. Неплохо, неплохо. Да, там публика вообще, все для нас было готово. Там просто не была сцена. Мы выступали прямо перед людей. Вот. И они все напали на нас просто. Да, пару раз останавливали, просили, пожалуйста, девчонки, дайте ребятам исполнять. Ну, а вообще страха не было начинать такое в Украине? Знаете, вот страх это то, что существует у людей в основном, но не у латиносов. Мы безбашены, мы то, что хотим, мы то и делаем, нам слишком, ну, наплевать на все. Есть желание, мы идем как танки и все. Какая цель дальше? А дальше мы сейчас записываем нашу песню, то есть, и сделаем видеоклип, скорее всего, через в течение 2 месяца сделаем наш видеоклип, и все, дальше. Уже есть идея клипа? Да, там есть, наш арт-директор, Саня Музун, занимается всем этим, он обращает нам деньги все. То, что он скажет, то и сделаем. Но на самом деле мы сейчас работаем над альбомом, будем делать клипы. У нас есть наш срок, это год, подняться, чтобы снять с конкуренции. Даже не думаю, что конкуренция у нас есть. Мы просто снимем все, что есть рядом возле нас. Какая уверенность. Да, потому что да. У нас есть... Мы скажем, Украина, кто есть, как мы? Никто. Украина – это страна, которая правит женщина. Ну, женщины правят этой страной. А у нас есть то, что женщины любят. Поэтому... Есть товар, есть спрос. Конечно, да. Есть все. Да. Но не могу не задать вопрос. Ну, вы стали известны не только благодаря этому, как я понимаю. Да, конечно, конечно. Участие в многих телепроектах. Да. Как вы к этому пришли? Опять же, я сказал себе, а почему не попробовать, и пошел сделать. Какой был первый проект? Первый проект у меня начался все с, как фотосъемки. Это фотомодель, Франция, Италия. Оттуда меня вычислили в Украине. Попросили здесь сниматься, потом перешел на телевидение, это Россия меня вызвала на один шоу оттуда, пацанки-топанянки, потом
Я очень благодарен «Киев днем и ночью», что оценили и заценили мою работу. И, ну, взаимосвязь, я им рейтинги, они мне такую очень классную, популярную, славную популярность, с которой я сейчас кайфую и тащусь, потому что я стал не только кумиром для женщин, но и кумир для детей, а я детей очень сильно люблю, поэтому я сказал, я буду для них все делать, чтобы их продолжать радовать. То есть, я так понимаю, вас заметили, а не вы сами пробивали. А как мне заметить? Черные, с татуировками на цыгана похож, надо, блин, видно сразу, все белые, тут черный идет. Вы всегда хотели этим заниматься? Музыка или именно? Чем-то другом, да. Но я, да, очень люблю музыку. Я всегда люблю петь, люблю сцену. Я работаю на сцену. Петь. Но я всегда люблю музыку, я люблю сцену, поэтому я пою уже 8 лет. Он тоже известный, он выступал с Украины. Но это не так, как он, понимаешь? Ну, это просто шоу, чтобы чуть-чуть подняться немного, да? То есть это дает тебе больше работы, то есть люди уже не только тебе знают в Киеве, а еще в других городах, можно так сказать. А это благодарю мой братишка. Я хотел в Uber работать, на самом деле. Это он все меня затащил в это. Это вам не надоедает такая жизнь? Боже мой, нет! Знаете, вот, слушая людей, в основном на улице, все, кто привязан к какой-то работе, все, кто делает то, что они любят, получают какую-то зарплату, которой не хватает ничего. Вот я говорю, вот мы реально кайфуем от жизни, мы владеем полностью нашим временем, мы радуем людей, за это мы получаем деньги, за это мы получаем энергию. Вот это столько всего, столько отдачи, столько всего, что мы даем, но я не могу сказать, что это надоедает. Наоборот, вот с каждым концертом у нас есть больше вдохновения продолжать двигаться дальше. Мы уже все, поезд поехал и нас не остановить. Да. Так же считаете? Да, это очень круто. Мы гастролируем по всей Украине. Кстати, да, наконец-то за сколько? Я тут почти 7,5 лет не знал, кроме Киева, ничего. Ну, Киев, Донецк, когда занимался олимпийским спортом, там тренировались. И кроме этих двух городов ничего. А сейчас в Закарпатье, знаю, что такое вот, вино местное, которое оставляют после второго бокала. Очень вкусный, прям, да. Хочется бутылка прям. Ну, короче, очень прямо. Я тебе говорю, мы, во-первых, делаем то, что мы любим, и еще получаем деньги за это. Вот. Отлично. Хорошо, творчество творчеством, а личная жизнь. Есть на это время? Сказала, что не будешь спрашивать. Я не спрашиваю, есть ли девушка. Я спрашиваю вообще, есть ли на это время. Время есть, но, к сожалению, не все девушки это понимают. Что... К сожалению, жизнь артиста – это постоянная работа, это не просто там поработал 6 часов и пошел домой спать или больше кушать. Это постоянная работа, постоянная. Иногда вот мы ложимся спать в 3-4 часа утра, чтобы встать в 8 часов утра. Не уделяешь столько времени второму человеку. И это должен понять тоже вторая половинка, хотя я не люблю так говорить, это вторая целостность. И, ну, когда человек не понимает, то что делать? Я не буду оставлять свой проект, чтобы быть с кем-то. Ну, либо... понимают мои условия, понимают, как я работаю, как я действую, согласуются с этим и идем дальше тогда вместе. Ну и вот, думаю, что найдется тот человек, который к этим условиям может привыкнуть. Я свободен от ответа. Делаю все, что хочу, когда хочу. И вам это нравится? Да, и мне нравится. И, наверное, девушка будет, когда будет. Не знаю, когда, но... Судьба все решит. Да. Они замечали, что девушки больше интересуются вами как артистами, как певцами, нежели человеком? Да, есть такое. Есть такое. Очень мало кто интересуется просто как, не как Рико Мачо, не как Эпифанио, Киевнем и Ночью. Не интересуются вот, как Эпифанио на самом деле лично. То есть живут картинами, то, что увидели на телевидении, то, что видят у нас в концерте. И думаю, что именно мы такие... Нашу нежную сторону, нашу чувственность никто не видит. Что ожидает сегодня мукачевскую публику? Страсть. Огонь. Я понял. Да. Не, короче, мы делаем шоу, мы зажигаем по полной. У нас латинское направление. Латино скучно не бывает. Плюс еще...
алкогольные напитки, атмосфера, и будет полный разгар. До сих пор все наши концерты все получают кайф, поэтому я думаю, что в Мукачево будет то же самое. Мы будем выступать, мы будем петь, как всегда. Поэтому я надеюсь, что здесь будет то же самое, как и всегда. Спасибо большое за разговор. Может, пожелаете что-нибудь нашим телезрителям? Смотрите, приходите на наши концерты, пишите, звоните ему, приходите, подпишем автографы. Не, на самом деле это все так. Делайте то, что вы любите и вы хотите. И не ждите, чтобы кто-то вам сделал что-то или вам подарил чего-то. Вы хозяева вашей жизни, творите и делайте чудеса. Рико Мачо.